Всем привет, дорогие зрители! Нашел супер видовую квартиру 2 плюс 1. Трехкомнатная в районе Тосма. Она недалеко от центра города и недалеко от Махмутлара. Махмутлар, если в той стороне, то Тосмор, здесь речка Дим, начинается Кестель, после Кестеля Махмутлар и Каркаджак. Отсюда я вижу равнину Каркаджака. Итак, проект был сдан в 2009 году. Этаж 7, но как 13, потому что она находится немножко на возвышенности. Видно море, видите, да? Все прекрасно видно. Ну, бочки тоже здесь видны. Здесь строится проект из одного блока. Тут будет бассейн, инфраструктура. Вид будет красивым, неплохим. Там будет парк. Вот эта зелень, все видите? Итак, дорога отсюда до моря максимум 750 метров. Есть открытый большой бассейн, генератор, ухоженный сад. Живут в основном интернациональные, скандинавцы, в основном скандинавцы. Датчане, голландцы, шведы, норвежцы, немцы. Так, дорогие зрители, 2 плюс 1, есть два санузла, два балкона, один большой, огромный, сейчас я его покажу. Рядом протекает речка Дим, отсюда 150 метров. Тут подземные проходы в районе Тосмор, 4 подземных прохода, даже 5. Вся инфраструктура где-то у нас на 250-300 метров шаговой доступности. Магазины, там рестораны. До города, если на велике поехать туда, где-то 40-45 минут езды. Все рассказал, плюсы. Песчаный пляж, плавный вход в море. Огромный балкон, можно застеклить. Будет еще одна комнатка. Сторона здесь восточная и южная. Юг там, восток там. В той стороне север. Потрясающе, ведь я не знаю, что еще сказать. Ветер дует, прохладно. Теплые полы по всей квартире. Это редкость. Пол мраморный. Островок из мрамора. Цена не изменилась у этой квартиры. Хочу сказать, что по этой цене в Махмутларе вы такую квартиру не сможете найти. Даже и в других районах. Дорогие зрители, цена 130 тысяч евро. Скидки нету. 25 квадратных метров у нас гостиная, совмещенная с кухней. Отмерял лазерным измерителем. Вот теплые полы. Здесь у нас холодильник. Угу. Все на месте, видите, европейцы продают. Тостеры есть. Есть что у нас? Bosch. Посудомойка. О, все показываю домохозяйкам. Все, видите, все есть. Квартира под крышу. Заезжай и живи. Бокалы даже, все. Тут что? Даже соль есть. Ага. А там ничего. Так, здесь что есть? А, тетради, метради. Угу. Духовка Bosch газовая. О, удобно. Нужно купить телевизор, поменять кондик. Садитесь тут завтракать, вид на море. Отсюда сидите, вид на горы. Таких цен не осталось. Еще раз говорю. Решать вам. Огромный коридор. 14 квадратных метров. О. Спальня. Есть 15 квадратных метров. Немножко вот так она вогнута в эту сторону, но нормально, планировка неплохая. Тут санузел.
Первый. Полноценный. Айдат 275 лир. Интернет включен в этот айдат, но, скажем, 300 лир. Тоже теплые полы. Стиральная машинка Bosch, шкафчик у входа в хозяйскую спальню, душевая кабинка, ну, второй санузел, тоже полноценный, есть также сушилка. Спальня здесь 16 квадратных метров, 15-16. Сейф в стенке, об этом тоже подумали. Если что-то когда-то построят, у вас вид никогда не закроется, потому что проект на самом высоте, все остальные проекты внизу. Сейчас вам докажу. Второй балкон. Вот видите этот проект? Он 12 этажей. Он ниже нас. Этот сколько там? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 6-7 этажей. Тут прямо спускаюсь вниз, маркет есть рядом, а так сеть магазинов немножко 200-250-300 метров впереди. Мигрес, Шок, Бим, А101, все в шаговой доступности. Это сеть магазинов. Так, тоже теплые полы. Такую квартирку очень сложно найти с теплыми полами, с таким видом, за такую цену в районе Тосмор. Короче, покупайте, не пожалеете. Просто расстояние до моря здесь 750 метров. Отключим свет и пойдем дальше. Покажем вам. Вызовем лифт. Здесь у нас окошко. Можете открыть. Проветрить тут. На этаже у нас 1, 2, 3, 4 квартир. Два лифта, один запасной, не пользуется. Внизу есть у нас также кладовка. Вместим 4 человека. Можно, кстати, катать отсюда и отсюда. Тихо, спокойно. Птички поют, цикады тип-типкают. Чистая погода. Я сам купил бы, я бы даже ролик не снял бы. Сам купил бы, денег нету на данный момент. Даже на рынок не пустил бы эту квартиру. Шезлонги. Вот фасад, только покрасили здание полностью. Ну, месяц как есть. Покажу спуск. Тут две дороги. Один идет справа. Открытая парковка у нас снаружи. И также есть короткий путь. Когда идете к морю, можете отсюда спуститься, когда будете возвращаться по той дороге. Но эту дорогу доделают, когда вот проект строят. Вот здесь дорога прямая. Вот так крутитесь, и 15% там уклон маленький. Спускайтесь к морю, к маркетам. А здесь, дорогие зрители, у нас 10 метров. Крутой спуск. Но легко подниматься, нет такой проблемы. Вот. 10 метров. Крутой спуск. Там 35%, что ли, под уклоном. 40, я вот сейчас вместе с вами спущусь, вот почти спустился, и там нормальный спуск, где-то 20% под уклоном, уходит прямо к речке, я вот там проживаю. Все, дорогие, я уже огласил, звоните по номеру, плюс 90-555-064-91-10. С вами был Агаси из Солнечной Алании, район Тосмо, всем пока-пока.